Всем приветики. Вышла на балкон, развесила вещи, постирала футболки, все футболки, штаны, там дальше полотенчики и прочее. Постирала, смотрите, какая весна, во всё у нас весна. Сегодня у нас 14 марта. 14 марта. Солнечно на улице. Но сегодня у нас прохладно, у нас сегодня плюс 6, воздух такой холодненький достаточно. Дерево жалко, вот это вот наше дерево, смотрите, я так думаю, что оно само упало, потому что видно, что оно сломалось и упало, это как бы не срезали специально, а вот упало, вот, как говорится, дерево свое отжило. Это деревья нашего детства. Нашего детства. Там вон рядом еще одно деревце стоит. Вот это вот дерево. Потом вот это вот рядом стоит, тоже возле лестницы. Это все наши старички. Деревья старички. Вот. И вот это вот дерево упало. Когда-то в детстве, ну, конкретно на нем не лазили, а вот то рядом, которое напротив стоит. Так, где палец? Вот там. Вот на нем мы всегда лазили. Да, наши деревья старички. Вот этот вот тополь, я уже много раз говорила, который вот на пригорке стоит. Он был широкий-широкий. А на самом деле был очень широкий. Сейчас его вдвое меньше, он был вдвое больше. Вот, ну и тополя, соответственно, тоже их меньше стало. Что-то уже поспиливали, какие-то ветки сухие. В общем, такая вот у нас весна. Я вышла так ненадолго. Думаю, запишу коротенькое видео для вас. Покажу, как все уже скоро будет цвести. Скоро появятся у нас уже, как мы называем с детства, сережки. Сережки на тополях. Вот, там уже видно, что вот эти вот коробочки, они уже назревают. Сейчас, если получится показать. Правда, руки трясутся. Вот эти вот штучки, если приглядеться, видно, что коробочки вот эти вот уже назревают. Из них скоро будут вылазить такие длинные штучки, сережки, как мы их называем. А потом пойдут листья. Вот, потом пойдут листья. Ах, наш любимый стадион, который застроили. Вот сейчас вот листьев нету, видно хорошо, да, то, что школа стоит, зеленое поле там поставили. Ну, то есть, в общем, все загородили, сделали частную территорию. А раньше был здесь просто футбольный стадион вокруг. Там, где же стоит школа, вот там у нас стоял волейбол. Здесь у нас был баскетбол, здесь у нас была тренажерка, тут вот такое вот футбольное поле вот так вот шло, вокруг него лавочки. Было круто, все гуляли, все ходили, кто-то спортом занимался, кто-то играл, я выходила, сидела. А сейчас все закрыли. Теперь остается сидеть во дворе, вот на той лавочке возле теннисных столов. Либо под подъездом. Под подъездом не видно. Ну, вот лавочка. Все. А зимой, когда Новый год, здесь со всех дворов приходили, салюты стреляли. Здесь такая вообще красота была. Столько салютов. Представляете, со всех дворов приходили сюда. Потому что здесь был стадион, но здесь была открыта такая площадь. Открытая была. И здесь все приходили, стреляли. А сейчас все. Вот уже получается 2 года, второй Новый год, вот сегодня, ну вообще вот прошел вот закрытым полем. Прошлый год и этот год стреляли кто где, кто-то на горке, кто-то со своих дворов. В общем, уже не то, как было раньше, к сожалению. Там у нас стройка идет, все везде строят, строят, строят.
Вот такой вот наш двор. Обещают у нас даже снег на выходные. Сегодня у нас что? У нас сегодня вторник. Так завтра, послезавтра вроде как тепло. А вот пятницу, субботу обещают такой снежок. Ну, это так просто. Ну, плюс 7. Ну, сейчас плюс 6. Ну, не знаю, какой там будет снежок. Ну, что-то будет подобие, наверное. Вот. Но у нас это традиция, на самом деле. В марте у нас это традиция. Но урюк-то еще не зацвел. Смотрите, урюк-то еще совсем пустой стоит. Даже намека еще нету. Вот. А обычно у нас снег выпадает, когда уже урюк уже пускает цветочки. Цветочки раскрываются. И у нас по традиции идет снег. Один день снег. Вот. Но что-то в этом году рано. Ну, обещают нам снег. Ну, посмотрим. Ну, это тоже такая одноразовая акция. Это наша школа. Я там училась. Тоже зеленое поле постелили. Заборы поставили. Все огородили. Со временем все меняется. Абсолютно все меняется. Это вот карагач выглядывает из-за угла дома. На нем уже почки. Уже такие шарики круглые. Сейчас попробую со своей комнаты снять, показать. Так, я уже в своей комнате, но показать, видимо, не получится. Здесь у меня сетка стоит, через нее не видно. А здесь у меня запотело окно, но оно запотело внутри. Видимо, где-то уже со временем появилась щелка, и туда попадает воздух. И начинается конденсат образовываться. Несмотря на то, что на улице у нас прохладно, холодно, а дома у меня в комнате прям очень душно. Так. Немножко вот так вот. Вот видите, шарики. Шарики на ветках. Это почки. Скоро из них будут листики появляться. Такая вот красота. Солнце. На закат идет. Идет на закат. Зимой оно... Где мой палец? Зимой оно садится вот здесь, а сейчас оно уже вон там садится. Вот. В общем, вот такое вот получилось видео. Видео о весне. Вы подписывайтесь на мой канал, буду снимать что-то интересное. Вот. Такая красота. Это у меня тут ватка. Ватка, потому что сетку надо поменять. Сетка старая. Там появились дырочки. А летом это лазейки для всяких насекомых. Поэтому я их ваткой закрываю. Да, и вот это тоже посередине. Всем пока.